Я следователь Дальневосточной транспортной полиции Анохина Мария. Живу и работаю в Хабаровске за 6 тысяч километров от Москвы. Я Александр Большаков, командир взвода туристической полиции из солнечного, теплого и гостеприимного города-курорта Сочи. Я Николай Пеш, специалист-кинолог Центра кинологической службы Республики Крым. Я Дубовсков Николай, сотрудник управления по вопросам миграции из Челябинска. Наша область является многонациональной и расположена она на границе Европы и Азии. Я Нина Лысинок, следователь из Калининградской области. Янтарный край – это самый западный регион нашей страны. Я Роман Асхадулин, инспектор отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы города Казани, Республики Татарстан. Наша гостеприимная республика известна своей многовековой историей и культурными традициями. Я Умар Хасароков, старший оперуполномоченный спецподразделения ГРОМ. Приветствую вас из Северного Кавказа от лица многонационального народа Карачаево-Черкесии. Я Владимир Панкратов, участковый уполномоченный полиции из Магадана. Колыма – это форпост крайнего северо-востока России. С нас начинается выбор страны. Меня зовут Иван Дычко, я полицейский кавалерийского взвода Управления внутренних дел по городу Краснодара. Основной задачей моей службы является охрана общественного порядка. Меня зовут Дмитрий Мухин. Я являюсь сотрудником УКОН и живу в Нижнем Новгороде, в городе, где Волга сливается с Окой. Я Александр Синица, сотрудник комендантского отдела Московской полиции. С праздником! Мы вместе, мы едины!